Гринченко. Вітаємо 29 травня. Нарешті п'ятниця, попереду вихідні. Але повірте, ви проспали дуже багато важливих і потрібних новин, тому ми в ранку великому місці вже готові вам про все це розказати. Ей, і починаємо з чого? З того, що є важливим для соцсетей, тому що там це обсуждають, там цим заінтересувалися. От на що ми обратили внимание? Очень много обсуждений вокруг новості бунти в ЛНР. Так. Жителі окупованих територій Луганської області не хочуть чекати місцевих виборів і виходять на мітинги проти руководства так называемой ЛНР. Протесты прошли в Стаханове, Антраците и поселке Дьяково. Медленно, но верно, к людям на оккупированных территориях приходит прозрение, утверждают авторы этой новости. А фотография, если это правда, то круто. Сейчас про параму украинскую? Нет, я думаю, что это... Я думаю, подобрано по теме просто. Но по сути, если в принципе люди уже начинают хотеть чего-то другого, это неплохо. Хотя... Это неплохо, но просто от них ничего не зависит. Потому что на территории, на которой ходят вооруженные бандиты, мнение населения имеет глубоко вторичное значение. Друзья, вот новость, которая, на мой взгляд, чрезвычайно важна. Накануне Арсен Аваков заявил, что жалеет, что уволил главу украинского ГАИ Александра Ершова. Об этом Аваков заявил в интервью, которое он дал одному украинскому изданию. Напомню, что глава украинского ГАИ Александр Ершов подал в отставку из-за скандала, который разгорелся вокруг шикарного автопарка его семьи. Так вот. Арсен Аваков заявляет, что да, он, конечно, вынужден был уволить главного гаишника страны, потому что тот попал в такую некрасивую медийную историю, но, тем не менее, он заявил, что доверяет, тем не менее, Ершову. Он помнит, как тот героически сопротивлялся в первые дни после того, как боевики пришли на Донбасс. И, на мой взгляд, вот вся эта история, она важна тем, что, ну, знаете, Арсен Борисович делает одну главную ошибку, потому что нельзя любые нарушения чиновников оправдывать их героическим поведением в зоне АТО. Потому что это та самая история, когда мухи отдельно, котлеты отдельно. Как бы ты героически с боевиками не боролся, это не дает себе права на индульгенцию перед законом. Тем паче героично боролся не лише Ершов, но, а, в принципе, тут и будь-кому зрозуміло, что такий шикарный автопарк. Ну, неможливо заробити, просто неможливо заробити власним коштом на тій посаді, яку ти займаєш. У мене ще одна дуже важлива новина, тому увага. Цілковито секретно. Путін засекретив будь-яку інформацію про втрати російської армії. При тому не лише у військовий час, але і в мирний. І це дуже тривожний сигнал, оскільки це говорить про те, що можливі будуть ще і втрати в майбутньому. Ну, аж Росія зараз воює лише з Україну. Чим це ще важливо? Ну, от ми якраз спорили. Діло в тому, що історія в тому, що... Раньше действительно запрещено было сообщать о потерях российской армии, которая та понесла военное время. Теперь нельзя еще говорить о том, какие потери понесла российская армия в мирное время. А так как Россия формально не находится в состоянии войны с Украиной, это означает то, что любое российское СМИ, которое будет делать расследование об участии российских войск на Донбассе, которое будет находить могилы российских военнослужащих, которые похоронены где-нибудь там в Ростовской области, оно окажется под угрозой закрытия. Это по большому счету запрет неофициально писать российским СМИ об участии российских войск в войне на Донбассе. И вот это главный вывод из этой новости. Это неплохо. Давайте все-таки к хорошему. У меня есть для вас хорошее, друзья. Всегда в светлой зоне интернета найдется что-то позитивное. Например, в нашей рубрике «Миллионы просмотров» можно увидеть, что произойдет, если. Вот все, что вы хотели сделать, но понимали, что это может быть опасно, делают герои наших видео. Например, миллионы просмотров собрало видео, где человек залил в раскаленное, кипящее масло в воду. 1 847 000 человек уже посмотрели, что же будет. Итак, так. И замирает сердце. И такое... Ну, главное, таки вдома не повторювати. Да, вот, если вы сделаете это на кухне, не забудьте включить видеокамеру. Ой-ой-ой. Слухай. Ой-ой-ой. А ты думаешь, чему столько переглядов? Какая красота! Павло, только дома такого не робили. Не повторяйте, это дома. Ребята, вы когда у меня спросите, почему я дома не готовлю, я вам теперь буду показывать вот этот вот ролик. Не, ну правда? Ты готовишь. Какое объяснение, Павел? Ну, хотя почему бы... ты не готовишь? Потому что я боюсь пожара. Ну, хоча б хліб у тебе вдома є, ну, хоча б харчуйся вже хлібом. Хліб усьому голова, так, принаймні, кажуть у народі. Здавалося б, як можна спекулювати на такій святій темі хліба? А чи ні? Виявляється, і тут дуже багато різноманітних моментів, які ви можете не знати. Так що ж насправді продають нам під виглядом хліба, дізнавалися журналісти у сюжеті «Увага на екран».
батон, паляниця, багет. Вони постійні гості на нашому столі. Адже без хлібу українці вже давно не можуть уявити свого життя. А це чудовий привід для його виробників трохи підзаробити. Взяти саме дешеве сирьо, неважно якого качества, і произвести любого вида продукту. Дійсно, яка різниця, що покласти у хліб, якщо з домішками він навіть ще більш привабливий, ніж без них. А зекономити таким чином на виробництві можна чимало. Саме так вважають більшість тіньових підприємств. Практически все групи ешек, так називаємо, присутствують. Така булочка не спортиться за сутки, її можна неділю продавати, а потім можна розогріти, нам буде опять мати хороший запах, і опять же її можна продати. Хвала рукам, що пахнуть хлебом, самая благородная профессия и т.д. и т.п. Ерунда и бред собачий, если смотреть на сегодняшнюю ситуацию на рынке. Усе благородство кудись дівається, як тільки мова заходить про гроші. Тож, купуючи чергову буханку хліба чи ароматну булочку, будьте певними, що, скоріш за все, це ніким не контрольована продукція. Можна предположить, що сьогодні примерно 2/3 хлібного ринку України знаходяться либо повністю в тіні, це чорний ринок, либо це сірий ринок, який существує полулегально, але ніде не відчитується. Магазини та супермаркети, які закуповують у виробників хлібну продукцію, повинні були перевіряти її якість. Та, на жаль, для них це неабияка розкіш. В супермаркетах нет наличия лабораторий. Все это достаточно дорого. Многие частные предприятия уходят от этого. Лаборатория стоит денег? Конечно, стоит. А зачем на нее тратиться, если я в тени? І така економія на якості продукції рано чи пізно виходить боком для споживачів. 50-60% изделия состоят из чистой пшеничной клейковины, то, что нам цементирует наш кишечник, нарушает работу желудочно-кишечного тракта и ведет к серьезным последствиям и патологиям по здоровью. Аби не потрапити на гачок до аферистів та не труїти себе та свою сім'ю кожного дня, завжди читайте склад продукції. Якщо етикетки з такою інформацією немає, ні в якому разі не купуйте такий хліб, яким би смачним він вам не здавався. Якщо продукція не упакована, значить вся інформація, яка має бути на етикетці упакована або завернута продукцією, вона має бути на ціні. Она должна быть предоставлена, там информация о составе. В том числе обязательно должно быть указано полный состав продукта, в том числе и ешки. И если обнаруживается продукт, который не указан на этикетке, это уже уголовно наказуемо, это фальсификация продукта. Будьте уважними до продуктів, які споживаєте, адже натуральне харчування – запорука вашого здоров'я. Все подводные камни, которые существуют, будем рассказывать вам мы, чтобы вы не попали в просак. Итак, начинаем. Чем вы боретесь, смотрите, друзья? Вы, я думаю, 100% это уже бачили и чули. Я вам расскажу еще раз. Микола Басков, «Золотий голос России», ну, за версию самого Баскова. Платиновые связки. Ага, ну прекрасно. Одним словом, он решил пограти в политику. Российский співак выклав на себе, у себе в сторінці в Instagram фотографию Петра Порошенка. Вы зараз и бачите на своем экране. Та Володимира Путіна із символічним надписом «Знаки судьби». Біля президента України, от при цьому от опинилася, як бачите, така собі, ну, петля, ну, там якась така штука, яку вони використовують. От, а біля, а над головою лідера Росії от такий собі євронім. Люди почали страшно обурюватися, мовляв, для чого ти це робиш, що це за маячня і все таке інше. Тоді Баску швиденько її видалив, але ж глядачі, вони ж, вибачте, не якісь там. Вони зараз зробили скріншот і почали от всю цю тему далі от розповсюджувати в інтернеті. Ми точно можемо підготувати якийсь скріншот, там буде якийсь Басков і якийсь кабак. Ну, тобто це така, знаєте, обурюємося, але це повна маячня, я думаю, взагалі не варто на це звертати. Якщо господин Басков вирішив якось повисити свою собственну популярність серед собственної аудиторії, то пусть краще пає какие-нибудь более стоящие вещи, вместо того, чтобы играться с Инстаграмом. А вот как раз-таки в категорию «скандал» попадает новость про FIFA, которая очутилась в центре самого масштабного расследования за последние годы. И Диего Марадона, как раз-таки, который сейчас на ваших экранах, заявил, что его безумно веселит вся эта история и что он практически наслаждается арестом чиновников Международной Федерации Футбола. Потому что Марадона заявил, что он не раз обвинял FIFA в непрозрачности, в коррупционности, и что сейчас на самом деле для этой международной организации наступил момент истины.
И как раз таки вот в этом и заключается история. Я напомню, что чиновников ФИФА подозревают в коррупции, потому что они могли продать России и Катару право на проведение чемпионатов мира по футболу, соответственно, в 2018 и 2022 году. И более того, министра спорта Российской Федерации уже даже вызвали в ФИФА на допрос по поводу как раз таки возможного подкупа чиновников этой организации. Иха! Ну, подкуп – дело такое, по-разному пытаются купить любовь. Вот, например, есть история про собаку. Вот скажи мне, Юля, у тебя есть, скажем так, золотые собака? Apple Watch? Не, немає. Тогда минутка унижения. У тебя золотых Apple Watch нет, а у собаки есть две пары. Реально, две пары золотых часов Apple Watch миллионер подарил своей собаке Хаски. Китайский миллионер подарил своему псу эти игрушки общей стоимостью в 28 тысяч долларов. Зачем? Непонятно. Но о своей покупке хозяин от имени пса написал уже в китайской соцсети. Вообще, мелочь, псу, послухай, не знаю, приятно или нет, но миллионы людей по всему миру с любопытством разглядывают эту новость. У мене чому немає золотих Apple Watch? У мене мільйонера немає, поки що. Китайского. Китайского. Будь-якого. Китайский миллионер быстро ломается, и не всегда его можно сдать по гарантии, Юля, поэтому я бы на твоем китайский месте китайский миллионер, швидше за все, больше ломается. Нет, когда есть миллионер, уже никто не ломается. Давай так. Друзья, рекомендуем вам отличный ароматический будильник. Реально, ароматический. Ученые придумали, не кто-нибудь там. Будильник, расточая ароматы, разбудит вас буквально за 2 минуты. В него можно заправить картридж с абсолютно любым запахом. Самые популярные – это кофе и шоколад. Классно. Да, вот ты просыпаешься от запаха. Ароматы, да? Да, 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 это приятно. Не знаю, по-моему, утром можно проснуться только от запаха, не знаю, запах пожара, я не знаю. Або это запах того, что ты уже маешь. Спизнился на работу. Да, запах приближающегося увольнения. Зарядите мне, пожалуйста, будильник капсулу. Ну что ж, друзья, я могу добавить к этому странному потоку мысли от Павла только что. Есть хорошие ароматы, например, Nescafe Classic бодрит с утра. И мы продолжаем. Друзья, я всякий раз удивляюсь толерантности Антона, который находит самые вежливые слова для того, чтобы отдать мне слово в утренних эфирах. Спасибо ему за это. Но некоторым вещам я удивляться не перестаю точно так же, как Антон. Например, российским СМИ. Помните, как они транслировали, показывали интервью некой женщины из сюжета, которая рассказывала на одном из российских телеканалов о том, как украинская армия распяла мальчика. Так вот, дело в том, что это были еще цветочки. Кремлевские СМИ не только подбирают фейковых героев для собственных сюжетов, не только подбирают политических и экономических экспертов. В общем, там у них в арсенале вот таких вот средств огромное количество методов. И вот обо всех из них, обо всех них расскажут вам наши коллеги из программы «Антисон». Смотрите сегодня в «Антизомби». Украина глазами российской пропаганды. По школам Украины в приказном порядке пошло требование согреть солдатов АТО. Как ночные бабочки экономику страны поднимали. Продажная любовь, они надеются, спасет от краха экономику страны. И сколько гривен с портретом Гитлера придется заплатить за час любви. Проект тысячегривенной купюры, который отражает ценности новых украинских элит. Западные эксперты на российских каналах. Это просто... або якісь клоуни, які за гроші готові говорити все, що їм скажуть, або це говорящі голови. Хто на самом деле строїть русский мир з Лондона і Вашингтона? А це вже настоящий шантаж. І невероятне приключення представителів ОБСЄ в титрах російських каналів. Це підтвердив експерт ОБСЄ, латвійський правозащитник Ейнарс Гаудінш. Розстрільний список Кремля. Накануне умер від тяжелого отравлення бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко. От Старовойтова до Немцова. В Росії сейчас уж точно не то время, когда за это убивают. Чем отличались новости после убийства Анны Политковской и Олеси Бузины? Теперь стали убивать. Не до разговоров. О цене жизни своих и чужих на российских телеканалах. Траурные сообщения становятся нормой украинских теленовостей. И, наконец, фронт вранья. Больше всего пострадал Авдеевский коксохимический завод. Там в результате боевых действий погиб работник предприятий. Свежие фейки с передовой. Держим оборону. Никто огонь из нас не открывает. Это «Антизомби». Территория без пропаганды. Да. Как раз таки территория без пропаганды доступна вам каждую пятницу в 20:20 на ICTV. Ну, продовження нашого ефіру. Ми передаємо слово нашим колегам з програми «Факти», і потім ми дуже швидко повернемося до нашої студії.
Спасибо, Юлия Сенник. Действительно, программа «Утро в большом городе» считает абсолютно топовой новость о том, что Россия перебрасывает границы с Украиной новую военную технику. Об этом накануне сообщила информационное агентство Reuters. Как раз таки задаемся вопросом, что это значит. Кремль готовится к новой войне, новые системы залпового огня, танки, бронетехника. Все это сосредоточено на границе, на восточной границе Украины. И вот что мы наблюдаем? Подготовку к нападению, либо попытку запугать Киев. Об этом прямо сейчас будем говорить с нашим гостем Александром Мусиенко, руководителем Центра военно-правовых исследований. Он с нами на связи по скайпу. Александр, доброе утро. Доброе утро. Александр, ну вот по вашему ощущению, то, что мы наблюдаем, то, что вот это скопление бронетехники возле Украины, наших границ, это попытка напугать или это подготовка к наступлению? Вот как вы склонны расценивать происходящее? Вы знаете, перша – це те, що ви дійсно сказали, що це спроба психологічного тиску постійного. І Росія спроби цього психологічного тиску демонструє вже давно, вже понад рік, відколи почалося вторгнення російське, відколи почалася агресія. Крім того, власне кажучи, такі дії можна розцінювати і як підготовку до можливого наступу. Оскільки ті маневри, які проводяться на кордоні з Україною, вони свідчать про військовий характер, вони проводять навчання, проводять вивчення місцевості, добре готують свої підрозділи якраз до військових дій на кордоні з Україною, а можливо і далі на території України. Тому тут є як і психологічна складова, так є і складова того, що ці війська в певний час можуть перейти кордон і проводити військові дії, наступальні дії і на території України. Олександр, якщо дозволите, ще такий питання. Дело в тому, що некоторое время назад появлялась інформація о том, що Росія роє рви і строїть фортифікаційне сооружение, которое отделяет Ростовскую область от території так называемой ДНР. І тоді многие люди это восприняли как подготовку, ну, если угодно, к сливу этих непризнаних республик, тому что Россия тем самым пытается защититься от тех самых бандитов, которые, чтобы они не проникли на территорию Ростова. Многие расценили это как готовность Москвы, ну так условно говоря, идти на компромисс, как минимум, в вопросе, ну, вот этой так называемой Новороссии. То есть, вот как тогда интерпретировать вот эту самую историю про фортификационное сооружение на границе между Ростовской и Луганской Донецкими областями? Щодо фортифікаційних споруд і оцього рову, який вони викопали, тут є дві площини також. Це практична і політична. Практична полягає в тому, що дійсно про те, що ви сказали, вони хочуть відгородитися, тому що на сьогоднішній день ті представники Російської Федерації, ті бандформування, терористичні групи, які перебувають сьогодні в Україні, на українському боці, у них є велика кількість неконтрольованої зброї, так званої чорної зброї, незрозумілого походження. У них є багато інших вибухових речовин і так далі. І ці люди, вони всі мають, багато хто з них має проблеми з законом, вони всі сумнівного походження і так далі. Тому Російська Федерація просто хоче себе відгородити від оцих банд, щоб вони потрапляли на територію Росії. І тим самим від них відгороджується і показує, як вони їм потрібні в лапках. Еще последний вопрос. Вот дело в том, что накануне Александр Захарченко, так называемый глава так называемой ДНР, заявил о том, что он бы хотел, в кавычках, при помощи политики вернуть такие города, как Славянск, Константиновка, Красноармейск. Он считает, что все они должны принадлежать вот этой самой так называемой ДНР. И он заявил о том, что он будет пытаться решать этот вопрос мирно, а если не получится, то он будет, ну, цитирую, освобождать эти территории. Вопрос в чем? Вот насколько вообще Москва контролирует боевиков из ДНР и ЛНР? Насколько они послушны? Насколько они являются, ну, то есть исполнителями ее воли? Или они уже в том числе пытаются играть какую-то и самостоятельную игру, по вашим ощущениям?
Ви знаєте, Росія застосовує в своїй агресії поряд з російськими регулярними військами, які воюють проти України, вони застосовують так звану мережеву тактику терористичних бандформувань. І оця мережева тактика, різні там батальйони, «Призрак», «Восток» і таке інше. Вони воюють ніби не координовано між собою, але кожен із них має певну задачу, яку виконує. Ці задачі даються чітко з Російської Федерації. В них є російські куратори, є агентура ФСБ, яким це керує. Тому пан Захарченко, він не може діяти в Російської Федерації. Це Росія. І будь-які його заяви, вони в будь-якому випадку виконуються в Москві. Понятно. Спасибо. Александр Мусенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, был на связи с программой «Утро в Большом городе». Ну, друзья, если подытоживать, то все это очередное скопление российской бронетехники на границе с Украиной. Это очередной раунд в попытке давить, в попытке шантажировать официальный Киев, в попытке заставить Киев пойти на мирное соглашение по условиям и по правилам Москвы. И самый главный дипломатический вопрос вот 2015 года – это в том, чтобы соглашаться на реинтеграцию Донбасса, но только на условиях Украины, не на условиях России. Мы продолжаем. Ну, знаєте, хочеться продовжити ось чим. Моя хата з краю. Ну, я думаю, що всі абсолютно знають зміст цієї фрази. Але чому тоді український варіант такої приказки відрізняється абсолютно кардинально від російського? І взагалі, хто придумав такий міф, що моя хата з краю – це такий основоположний принцип українського суспільства? Саме в цьому розбирався наш колега Андрій Булгаров у своїй власній рубриці під назвою «Під сумнінням». Увага на екран. «Моя хата с краю» – основополагающий принцип украинского общества. Такое мнение бытует в российской среде. Что ж, не будем спорить и лишь поставим под сомнение смысл, который россияне вкладывают в это понятие. «Моя хата с краю» – это когда меня совершенно ничего не касается. И это абсолютно не мое дело. Такая трактовка считается общепринятой. Под этим принципом в России понимают человеческую трусость, желание остаться в стороне и полное равнодушие к происходящему. Российского актера убили морозы равнодушия прохожих. Равнодушие прохожих убило пожилого мужчину. В Барнауле скончался инвалид, высаженный на мороз из автобуса. Виновница ДТП не взглянула на своих жертв, а прохожие равнодушно обходили тела. Инвалид час умирал на глазах у прохожих. Равнодушие и преступная халатность привели к страшной смерти молодого человека. Пенсионер умер в автосалоне. Его убило хамство и равнодушие менеджеров магазина. Врачи выбросили умирающего пенсионера на улицу. Девочка-инвалид умерла от равнодушия взрослых. Проведенный социальный эксперимент показывает, что если вам станет плохо на улицах российских городов, то, скорее всего, вы умрете. Вам никто не придет на помощь. Но россияне уверены, что «моя хата с краю» – основополагающий принцип именно украинского общества. Еще в 2007 году российская газета «Известия» опубликовала данные неких социологов, которые доказали, что основополагающим принципом для украинцев стала «моя хата с краю». Только социологи забыли упомянуть, что в украинском варианте поговорка имеет продолжение. «Моя хата с краю, першим ворога зустрічаю». Наша хата не с краю, она на передовой. И это действительно сегодня основополагающий принцип. И пока россиянин спрашивает, почему я, закрывая глаза на окружающее его безобразие, украинец давно для себя решил, кто, если не я? Кто, если не я, принесет на Майдан бутерброды? Кто, если не я, встанет с деревянным щитом под пули снайперов? Кто, если не я, отнесет пол зарплаты волонтерам? Кто, если не я, пойдет добровольцем на фронт? Кто, если не я, под обстрелом повезет продукты и снаряжение батальонам? Кто, если не я, будет помогать беженцам? И мы уничтожили хуторянский миф об украинце, хата которого с краю. Ні. Не с краю наша хата. Сегодня украинцы только привыкают жить, когда они все равно. И до идеального мира еще далеко, но это единственный путь к процветанию. И поэтому нас не понять россиянам, которые добровольно отказались от права решать и с равнодушием смотрят, как растаптывают тех, кому не все равно. Так чья же хата с краю? Ставьте общеизвестные факты под сомнение, даже если они кажутся бесспорными. Ведь это ваше право думать. Друзья, это наше общее право думать, но мне кажется, что очень многие люди пытаются этим правом пренебречь. Это я просто смотрю на нашу новости из нашей традиционной рубрики «Глупости». Это да. Например, вот не знаю, обращали вы внимание или нет, был такой скандал, глупость, что в Британии напечатали почтовые марки для ДНР. Да, там был Гиви, Моторола, вот эти все прелести. Их тогда выпустили по заказу пророссийского британского журналиста, который работает на канал Russia Today. Сейчас они
пытались повторить фокус, но в этот раз британцы все-таки сумели оценить местный юмор и сказали: знаете, извините, но мы такими глупостями заниматься не будем. У ваших некрасивых марок еще и политический подтекст, поэтому давайте вы где-нибудь в другом месте печатать будете. Ну, хоча б оговталися, хоч час пройшов, а тим не менше, зрозуміло. Понимаете, когда глупости переходят российскую границу, они там как минимум могут попадать, ну, как бы ограничиваться зоной действия иностранного законодательства. А вот внутри самой Российской Федерации, журналистов Российской Федерации ничто не может сдержать в их стремлении создавать фейки. Например, не можно стримати нестримне. Правильно. Это дурость особо. Телеканал Министерства обороны «Звезда» заявил о том, что украинцы продают свои паспорта и свидетельства о рождении, так, что так, они массово, значит, эмигрируют. А вот украинские документы они перепродают внутри страны для всяческих, значит, поддельных операций. И это просто к тому, что, друзья, это вот, знаете, та классическая история из Булгакова. Не читайте на ночь большевистские газеты, так других нет. Так никаких и не читайте. В общем, будьте внимательны, кто им что пытается пролезть через уши в ваш мозг. Это называется комплексы и компенсация. Россияне продают своих сограждан, делая вид, что как бы это не их сограждане, и воюют они там на территории Украины абсолютно случайно, и мы про это не знали. Родственники своих близких продают. Ну, а про украинцев расскажем, что они торгуют паспортами. Ви знаєте, хоть как-то. Ось я зараз абсолютно впевнена, що зараз надзвичайно уважні ті наші глядачі, глядачки, чиї рідні, близькі люди зараз знаходяться на передовій, і чиїх привітів і побажань вони зараз чекають з наших екранів, тому що зараз нас чекає наша така душевна дуже рубрика «Привіт із фронту». Можливо, зараз саме ви побачите свою рідну людину, свою близьку людину, тому що привіти нам передають бійці 43-ї окремої мотопіхотної бригади. Увага на екран. Хочу передати привіт своїм близьким, друзям, городу Кривому Рогу, Україні повністю всій. Ніколи не думав, що прийдеться коли-то воювати за свободу Украины. В этой войне, наверное, все-таки Украина добьется свободы и будет свободной республикой, свободным государством. И все люди, ну, поймут, что все-таки быть свободным лучше, чем находиться под чьим-то гнетом. Передаю привет своим родным, жене, детям, друзьям, с которыми проработал, прослужил больше 20 лет. Передаю огромный привет Украине, особенно Кривому Рогу, родным, маме, любимой жене и своим любимым детям, моим сыновьям. Большой привет кумовьям. Я уявляю, наскільки зараз важливо, необхідно чути рідним і близьким ось такі привіти діткам, дружинам, батькам. Знаєш, це та сама історія, коли війна дуже багато речей розставила на свої місця і, як мінімум, дуже багато вопросительні знаки уничтожила із нашої житті. Ну, от, якраз таки, многие дискуссии общественные, они продолжаются. Вот, например, дискуссия о том, стоит ли легализировать в Украине оружие для населения. Право на пистолет предложил украинцам сам генеральный прокурор Виктор Шокин. Но готовы ли мы сами к этому и стоит ли именно сейчас разрешать нам огнестрел? Вот об этом через несколько минут будем говорить в этой студии с нашим гостем Игорем Тышкевичем. Антон, все закончили? Да. Рассказали все? А теперь я буду рассказывать. Миллионы просмотров, друзья. Миллионы. Миллионы собрал просмотр «Вор-неудачница». Давайте называть вещи своими именами. Вот так. Все могла утащить, но вы сами увидите результаты. Давайте так, включаем видео и смотрим, что на этом видео 1 миллион 910 тысяч человек посмотрели, как женщина пришла, вот походила. Я так понимаю, это ограбление тут века, посмотри. Да. Всю жизнь мечтала о таком, тихонечко так. Она пришла в банк и украла нож для бумаги. Ты понимаешь? Ну, дивись, как он. Одразу видно, что вперше. Ну, жак який. Ну, а с чего-то надо начинать так. Сначала нож, потом скрепки, потом степлер. Потом так духовные и до миллиона скрепки доберусь, подумала женщина. Послухайте, може вона взагалі за цим канцелярським ножиком і прийшла? До речі, от всі ці такі от, одностом, обікрати вас можуть будь-де. Ви, до речі, коли-небудь замислилися над тим, скільки інформації про вас знаходяться у соцмережах, на поштових скриньках, коли ви все це там починаєте собі заводити. Ми ж там туди вводимо свої імена, прізвища, свої контактні телефони, там ледь не адреси. І саме на цій інформації дуже-дуже легко можуть нажитися шахраї. Так ось про такі найбільш популярні три види шахрайства в мережі дізнавався наш колега Олексій Кобзар, і вже зараз він пропонує це вашій увазі.
Інформація – це гроші, а де гроші, там і шахраї. І перш ніж платити за таку інформацію, треба пересвідчити, що вас не обдурюють. Саме тому я розробив власний рейтинг з трьох шахрайських схем, якими найчастіше користуються шарлатани, тобто ті, які тільки імітують виконання замовлень. На третьому місці – оборудка, жертвою якої можуть стати абсолютно всі користувачі мережі, а особливо надто ревниві коханці. З оголошення нам пропонують дізнатися місце знаходження конкретної людини за мобільним пристроєм, тобто фактично пропонують стежити за переміщенням людини. За цю послугу аферисти бажають отримати кругленьку суму або ж просто просять надіслати смс-повідомлення на короткий номер. Вартість відправки такого повідомлення може бути дуже великою, а от вірогідність того, що у відповідь ви отримаєте інформацію, до того ж ту, яка відповідає дійсності, дуже маленька. Оператор действительно есть такая услуга, да, когда по местонахождению абонента к базовой станции можно действительно определить его ориентировочное местоположение. Це називається білінг. По розташуванню відносно трьох найближчих мобільних станцій працівники можуть визначити орієнтовне місце знаходження абонента. Проте у шахраїв цієї інформації бути просто не може, тому не ведіться на цікаву пропозицію, аби залишити зі своїми грошима. Також для тих самих ревнивців шахраї пропонують деталізацію дзвінків та розшифровки розмов й смс-повідомлень. Коштує це недешево. Та навіть якщо дуже кортить дізнатись, кому телефонує ваша друга половинка, або що пише у смс-повідомленнях діловий партнер, не поспішайте платити, адже подібну інформацію мають виключно оператор мобільного зв'язку. Это чистой воды мошенничество или обман, потому что никаких расшифровок, да, звонков под этим лицам ни операторы не предоставляют. Так, чтобы эта персональная информация попала через третьи руки, не имеющие отношения к абоненту, это исключено. Тому добряче подумайте перед тим, як спустити на вітер купу грошей за неіснуючі послуги. Якщо вони у вас зайві, віддайте краще нужденним. Я спадковий маг та астролог, можу скласти персональний гороскоп через інтернет, а також лікую алкоголізм по фотокартках. Таким чином аферисти шукають собі жертв, заманюючи подібними оголошеннями на спеціалізовані сайти. Та насправді виглядають вони зовсім не так. Шарлатани роблять розсилку подібних повідомлень на особисті електронні скриньки українців. Ви запитаєте, де вони їх узяли? Все дуже просто. Злодії купують спеціалізовані нелегальні бази даних, а до цих баз наші імейли потрапляють з усіляких порталів та форумів, де ми, реєструючись, залишаємо адресу наших скриньок майже у відкритому доступі. А далі шарлатани пропонують зробити персональний гороскоп швидко та, головне, безкоштовно. Для початку вам потрібно заповнити стандартну анкету. То ім'я та прізвище, дата народження. Отримавши цю інформацію, шарлатани надсилають вам наступне повідомлення з обов'язковими умовами отримання прогнозу. Для підтвердження особи вас просять надіслати коротке смс-повідомлення. Якщо виконати цю умову, з телефонного рахунку безслідно зникнуть гроші до декількох доларів. Саме стільки коштують псевдопослуги шахраїв. В кращому випадку жертва отримає гороскоп, до того ж майже миттєво. Це повинно насторожити, адже для створення особистого прогнозу потрібні складні розрахунки. В гіршому випадку жодних пророцтв від зірок ви не отримаєте. Будьте обережними під час користування інтернетом. Не залишайте особисту інформацію на ненадійних ресурсах, адже цим можуть скористатися аферисти. Перевіряйте усю інформацію з мережі, аби не стати жертвою злодіїв. Пам'ятайте, занадто вигідну умову можуть запропонувати тільки шахраї, а убезпечити себе можемо тільки ми самі. Я відчуваю, Павло, що в тебе є гроші, ти дуже хочеш з ними поділитися. Ну, гаразд, ну хочеш, то хочеш. Мені Олексій Кобзарь тільки що приучив тобі не довіряти, поэтому це уйди, правильно. Шарлатанка. Це правильно. А от якраз, стой, шарлатанка. А тепер, внимание, та новость, которая действительно от вас не требует никаких паролей, никакой личной информации, это та история, что Америка обещает Украине миллиард долларов. Так. Ну, только после реформ. То есть сначала нужно реформировать правоохранительные органы, судебную систему.
налоги, облегчить жизнь бизнесу, отстранить олигархов от политики, обеспечить контроль общей власти общественностью. Тут в общем... Николы, ну вы почему? Это большое, что напрашиваете. Давайте будем оптимистами. Если мы сделаем домашнее задание хорошо, то миллиард долларов увидим. Но, конечно, это такое домашнее задание. Ну, просто, напевно, буде дуже такий тривалий процес, але все ж таки не втрачаємо надії. У мене справжній скандал. Ще послухайте, Мустафу Найєму не хочуть бачити в Пітері. Там мала відбутися дискусія між українським депутатом Мустафою Найємом та російським телеведучим Володимиром Познером. В рамках проєкту «Открита бібліотека» він повинен був вести діалог на тему «Росія-Україна. Що робити далі?». Однак цю дискусію відмінили, і опонентом Познера на цій дискусії стане російський кінорежисер Олександр Сакуров. Сам Мустафа Найєм каже, що проти нього взагалі там був відкритий виступ російської провладного руху, який називається «Антимайдан». Одним словом, він нам для нашої програми особисто прокоментував всю цю історію в телефонній розмові, тож давайте її послухаємо. Я знаю, что было обращение и в департамент культуры Петербурга, и к губернатору, и к правоохранительным органам, чтобы этого не случилось. В соцсетях достаточно широко обсуждались разные возможные варианты, как сорвать мероприятие, в том числе с применением физической силы. Чего они боятся? Мне не очень понятно, чего можно бояться от двухчасовой дискуссии. Я думаю, просто это страх не сколько перед мной лично или перед тем, что мы что-то там можем устроить. Они, в принципе, боятся какого-либо инакомыслия у себя в сердце империи. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, они не дали гарантии безопасности мероприятия и не могут ее просто обеспечить. Мне кажется, рисковать и здоровьем, жизнью организаторов и слушателей было бы неправильно. Так, ну, правда. В общем, знаете, про Россию давным-давно в свое время сказал экс-глава Государственной Думы, что в России парламент — это не место для дискуссий, но получается и общественные площадки тоже как раз-таки местом для общественной дискуссии не особенно-то являются. Зато наша программа совершенно стоит на противоположных позициях, поэтому у нас плюрализм, поэтому у нас есть даже Антон. Петух, козел, бык и другие животные в одном человеке. Удивительно, но правда. Он умеет изображать звуки огромного количества животных. Вообще, живая природа живет в нем. Как бы тавтологически это ни звучало, хватит все, рассказывать. Правда? Надо показывать. Человек – звукоимитатор. Это он делает. Это он ртом делает. Ну реально він? Нет. Слухай, ну... Этот мужик, на что только человек не пойдет, чтобы ребенка в зоопарк в воскресенье не везти. Научился? Сыночек, а тебе коровка. Я уявляю, как его дитина теперь. Знаешь, он вчит, как это делать правильно. Он просто живет возле бойни, запоминает последние звуки. Ладно, поехали дальше. Миллионы просмотров собрало в сети видео с котиками. Это неудивительно, котики — это любимцы сети. Но почему бы не поделиться? Миллионы людей уже посмотрели, значит, и вам стоит увидеть. Врубай видео! Итак, вот, простые коробочки, и 6 миллионов 516 тысяч наблюдали за тем, как по этим коробкам гоняют коты. Классно. Рай для котов, вот просто коробочки. Здається, видео... Смотри, 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 лапками. Видео с котами – это завжди якісь просто мільярди переглядів. Да. Ще подарувати коту на день народження. Коробочку, да. Классно. О, прелесть. Нескафе Классик заряжает энергией с самого утра, а мы вас заряжаем позитивной информацией, чтобы вам было чему улыбнуться в начале вашего дня. Давайте, поехали дальше. Еще одно видео, которое собрало миллионы просмотров. И опять же, вот эксперимент, который можно, в принципе, сделать дома, так что если захотите, можете попробовать повторить, но если ну, очень покажи, захотите. Покажи. Итак, есть известный эксперимент про яйцо, которое попадает в бутылку. И вот 3 миллиона 815 тысяч посмотрели, как молодой человек повторяет этот эксперимент дома. А? Воно в шкаралупці, чи воно вже очищене? Ох ти, воно просачується. Оп. Ну я таке вдома робила з очищеним яйцем, без шкаралупки. Да. А тепер отак от бросили бумажечку, вона горить, і воно так такою втягивається. А пляшка яка? Скляна? Ну, должно быть. А, ну. Ну, це такі спроби теж були. Можна і так. Одним словом, ніколи не втрачайте надії і віри в те, що у вас все вийде. Яким чином, то вже не важливо, і що то з того вийде. Слушайте, але ти не менше.
Ну, в конце концов, друзья, наша программа как раз-таки занимается не только тем, что мы показываем самое веселое, но мы еще концентрируемся на чрезвычайно актуальном. Если помните, накануне генпрокурор Украины пообещал украинцам ни много ни мало огнестрельное оружие всем и каждому, если, соответственно, будет у кого такое желание. Ну, инициатива-то хорошая, но вот главный вопрос – это готовы ли украинцы к свободному рынку оружия? Можно ли сейчас разрешать как раз-таки огнестрел и краткоствол во владение всем? Будем об этом совсем скоро говорить с нашим гостем, блогером Игорем Тышкевичем. Но тем более, что украинское законодательство и правоприменительная практика в отношении оружия, она, знаете ли, более чем сомнительная. Начнешь себя защищать, в итоге отправишь себя самого куда-нибудь в места не столь отдаленные лет эдак на 12. Но, друзья, прямо сейчас продолжение нашего эфира «Факты», которые будут расставлять точки над «ён» в тех вопросах, на которые мы еще не успели. Эх, спите? Ну-ну. А в мире там события кипят. Практически крышку вот этой вот геополитической кастрюльки срывает, понимаете, от количества скопившегося пара. Придержи так крышку. Так, сейчас мы краник откроем, пар спустим. Давай, друзья, в соцсети обсуждают, соцсети возмущены, соцсети заинтересованы. В ЛНР бунты. Не знаю, насколько правда или нет, но бродит информация, что жители оккупированных территорий Луганской области не хотят ждать местных выборов и выходят на митинги против руководства так называемой ЛНР. Протесты уже прошли в Стаханове, Антраците и поселке Дьяково. Медленно, но верно говорят, что к людям на оккупированных территориях приходит прозрение. Но, как правильно Паша заметил, посмотрим, что они вместе с прозрением сделают против вооруженных боевиков. К сожалению, ничего. И это Зачекайте, поступово. Что? Станут больше. Ну, митинги эти станут большими. И в Кремле такие сидят, такие: боже, в Антраците не хотят ДНР. Давайте не поставлять больше танки. Не будем поставлять больше танки. Эту ситуацию. Что? А я верю в все нормально результат. Кремлю абсолютно все равно. Моя особистая думка. Давай далее. Прикинь, Паша, у людей есть свое собственное мнение. У людей, которые в два раза легче тебя по весу. Уже. Оборзели. Слушай, какие легкомысленные и недальновидные люди. Ну, ты хочешь сказать, что людям сидеть дома не выходите? Нет, я просто хочу сказать, чтобы мы смотрели фактом в глаза. На самом деле, судьба ДНР и ЛНР зависит от Кремля, а не от настроения людей. Слушайте, можно мне продолжить? Ты, главное, продолжи уже. ЛДПР делает наше утро сегодня, потому что оно предлагает Черное море переименовать в русское. Владимир Вольф и Жириновский, да. Я не знаю, как я бы хотел очень заглянуть в его медицинскую книжку, потому что, мне кажется, там я очень много новых слов узнаю. Это секретная информация. Он предложил Русскому географическому обществу вернуть исконные русские названия, пишет пресс-служба ЛДПР. Я не знаю, в каком учебнике истории, по какому учебнику истории учился Владимир Вольфович, и что он считает Черное море русским морем, но давайте как-нибудь предложим переименоваться Владимиру Вольфовичу. Есть прекрасное старое русское слово «юродивый». Слухайте, поки у вас тут скандали і різні дурищі, у мене абсолютно серйозна, абсолютно важлива інформація. Право на пістолет українцям пропонують легалізувати зброю. Більше того, сам генеральний прокурор виступив за цю ініціативу, але чи готові українці і чи варто саме зараз дозволити зброю? За декілька хвилин ми поговоримо з нашим гостем Ігорем Тишкевичем. Да. Друзья, мы продолжаем. И наши коллеги, программа «Антизомби» продолжает удивлять разоблачениями. Вот, думаю, многие помните женщину из сюжета на одном из российских телеканалов. Там рассказывали, там, мальчик распятый. Это цветочки, на самом-то деле, там и хуже было. Кремлевские СМИ последнее время креативом удивляют. Там просто подставных героев для сюжета они находят. Что творят, что хотят. Ну, працюю в звичному режиме, все. Давайте посмотрим, какие еще интересные сюжеты можно обсудить из творчества российских экспертов в программе «Антизомби».
Смотрите сегодня в «Антизомби» «Украина глазами российской пропаганды». По школам Украины в приказном порядке пошло требование согреть солдатов АТО. Как ночные бабочки экономику страны поднимали. Продажная любовь, они надеются, спасет от краха экономику страны. И сколько гривен с портретом Гитлера придется заплатить за час любви. Проект тысячегривенной купюры, который отражает ценности новых украинских элит. Западные эксперты на российских каналах. Это просто або якісь клоуни, які за гроші готові говорити все, що їм скажуть, або це говорящі голови. Хто на самом деле строїть русский мир із Лондона і Вашингтона? А це вже настоящий шантаж. І невероятне приключення представителів ОБСЄ в титрах російських каналів. Це підтвердив експерт ОБСЄ, латвійський правозащитник Ейнарс Гаудінш. Розстрільний список Кремля. Накануне умер від тяжелого отравлення бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко. От Старовойтовой до Немцова. В России сейчас уж точно не то время, когда за это убивают. Чем отличались новости после убийства Анны Политковской и Олеся Бузины? Теперь стали убивать. Не до разговоров. О цене жизни своих и чужих на российских телеканалах. Траурные сообщения становятся нормой украинских теленовостей. И, наконец, фронт вранья. Больше всего пострадал Авдеевский коксохимический завод. Там в результате боевых действий погиб работник предприятий. Свежие фейки с передовой. Держим оборону. Никто огонь из нас не открывает. Это «Антизомби». Территория без пропаганды. Больше сюжета. Більше сюжетів програми «Антизомбі». Дивіться, щоп'ятницю о 20:20. Ти хотів сказати про я хотів сказати про право на пістолет. Ми вже стільки разів анонсували, що вот он, наконец, момент істини. Дело в тому, що генпрокурор давеча пообіцяв всім українцям легальний огнестріл. Заявив, що цю ініціативу вже підтримав президент країни. Но готові ли самі українці к такому нововведенню? Стоїть ли це рішення приймати, чи стоїть, наоборот, це рішення поторопити? Вот обо всьому цьому будемо говорити з нашим гостем. Игорем Пушкевичем. Доброе утро, Игорь. Спасибо, что нашли время к нам заглянуть в гости. Скажите, вот вы нам за эфиром рассказывали, что в первую очередь речь идет о том, чтобы все это юридически упорядочить, что нам нужен большой закон об оружии. Расскажите теперь всем. Ну, во-первых, если честно, меня немножко нервирует и даже можно сказать, что бесит вопрос легализации оружия. Извините, в Украине оружие легально. У вас по статистике 2,5 миллиона огнестрельных стволов у 1,5 миллионов людей. Это только легальное оружие. Угу. И говоря о том, что будет оружие у людей и будет преступность, извините, 2,5 миллиона, это значит, что в среднестатистической пятиэтажке Хрущевки как минимум десяток стволов. И что, небо на землю упало? Нет, не упало. Не упало. Ну, а уж будет еще больше, в разы больше. Чем отличается? Да, у вас в разы больше есть. То есть у вас вывозили оружие, которое вводилось еще с 91 года, автомат Калашникова, из Европы. Должны были ехать в Москву, а теперь в Украине. Они до сих пор вашим министерством обороны, насколько я слышал, по крайней мере, от экспертов, не оприходованы. Вот нелегальный рынок оружия. А то нелегальный рынок оружия. Нелегального оружия как минимум в 2 раза больше, чем легального. Естественно, что это опасность. Но опасность как раз-таки не в том, что у человека будет легальный пистолет, легальное ружье. Потому что легальный, особенно нарезное, это отстрелянная гильза в гильзотеке. Это значит, что человек, во-первых, прошел какой-то имущественный ценз, чтобы купить. Во-вторых, ценз, извините, на голову, чтобы получить разрешение. И он 10 раз подумает, прежде чем употреблять. А человек, у которого нелегальный ствол, он вначале стреляет, потом подумает. Ну, слушайте, а вот если как бы идти по порядку, вот чем сейчас, вот когда генпрокурор говорит о легализации оружия, там, я не знаю, или там о расширении рамок возможного владения оружием, то есть я так понимаю, что речь идет о принятии какого-то большого закона об оружии? Естественно. А почему он важен? Вот, то есть сейчас у нас чем регулируется оборудование? Потому что у вас сейчас нету закона об оружии. Сейчас, да, в Украине можно купить практически любое оружие, кроме короткоствольных нарезных пистолетов. И, как ни парадоксально, можно купить большую снайперскую винтовку под патрон 338 ЛПА «Магнум», которая разбивает, скажем так, коробок спичек с расстояния километр, и где патрончик выглядит, как этот стакан. Но, с другой стороны, нельзя обычному гражданину купить ту же самую травматику. Ну, парадокс. И все это регулируется подзаконными актами. То есть наказом по Министерству внутренних справ, это постановлением Кабмина, то есть чиновник, один чиновник, не Рада, не общество, может завтра решить, что я
разрешаю украинцам ездить по городу Киев на танках. Выходит постанова Кабмина, и украинцы пересаживаются на танки. Завтра второй чиновник решает, что старый горбатый запорожец является оружием, запрещенным к применению украинцами, поскольку смертность водителей запорожца большая. Выходит новая постанова Кабмина. И у украинцев принудительно с маппет-шоу со стволами, с группами захвата забирают старые горбатые запорожцы. Понятно. То есть, условно говоря, речь идет о том, чтобы, ну, условно говоря, какие-то правила игры вырабатывать. То есть для того, чтобы, во-первых, оружие нормально работало в стране, нужен закон об оружии, где все будет расписано, что можно, что нельзя. Конечно. А не вот это огромное количество подзаконных актов. А второй момент – это то, что у нас сегодня на руках в стране порядка 2,5 миллиона легальных стволов, и в два раза больше нелегальных. Да. И нужно как оружие из тени выводить. У нас сейчас на связи с нами адвокат Наталья Ковалка. И, Наталья, доброе утро. Вы нас слышите? Наталья, вот вопрос. Вот мы с Антоном часто спорим, и Антон очень этим моментом возмущается. Правоприменительная практика вот, при самообороне. Очень часто говорят, что если применять оружие, которое у тебя есть легальное, для того, чтобы защитить свой дом, своих близких, свое имущество, то в суде, скорее всего, тебя признают виновным. Это правда? Давайте так, доброго дня всім ще раз. Спочатку відповісти, щоб відповісти на це питання, я б хотіла трошки прояснити нашому телеглядачу, який стан законодавства у нас на сьогоднішній день в Україні. Я погоджуюсь і підтримую вашого гостя і хотіла б чітко зазначити, що немає в нас на сьогоднішній день в Україні закону України про зброю. Дійсно, колись Україна приєдналася до модельного закону про зброю 97-го року. Це було така міжпарламентська асамблея країн і стран СНД, і в рамках цього підписано. Що у нас є на сьогодні? На сьогодні в Верховній Раді України зареєстровано два законопроекти. Це закон України, законопроект про вогнепальну зброю цивільного призначення і законопроект про цивільну зброю і боєприпаси. Тобто це зараз на стадії законопроєктів. Ще якщо потливий наш телеглядач подивиться на сайт Ради ОГІ, навіть наукові експерти, юристи, апарат Верховної Ради України не сказали свої думки щодо цих законопроєктів. Я вважаю, дійсно, не просто необхідно, а на часі прийняття закону України про зброю. Чому так? Тому що право людини на самозахист, право нас з вами на зброю, воно вже є, воно зафіксовано Конституцію. Конституція України гарантує, що життя людини, її честь, гідність, безпека, недоторканність є найвищою соціальною цінністю. І в разі виникнення протиправних посягань людина повинна себе захистити, може. Відповідаючи на ваше питання. Да. Вот я как раз к этому вопросу хотел подвести. Вот сегодня правоприменительная практика при самообороне, она какая? Скажімо так, на сьогоднішній день в Кримінальному кодексі України міститься поняття «необхідна оборона». Так? Тобто людина повинна адекватно оцінити ту агресію, той напад, ті дії, які відбуваються з іншого боку. Тому що є такі поняття, як уявна оборона, так? Тобто особа вона думає, що щось відбувається і перевищує межі необхідної оборони. І крайня необхідність. Тут зрозуміло, що це необхідна оборона, це виключає злочинність діяння. В інших випадках вже в суді доводить, чи був рівень реакції особи адекватні цій чи іншій ситуації. Я б хотіла ще зазначити декілька слів про дійсно необхідність прийняття. Для чого це необхідно? Ну, по-перше, от як сказав наш ваш гість, немає на сьогодні... Наталія, я прошу прощення, у нас якісь проблеми зі зв'язком. Спасибо вам, з нами на зв'язку була адвокат Наталія Ковалка. Друзі, от, Ігор, дійсно, от вопрос. Тот, который мы задавали наши гости, ну, хорошо, легализует, но у нас же проблема в том, что... Абсолютно бессмысленно. Тебе дали пистолет, и ты его можешь только носить. Желательно еще разряженным, патрон здесь, обойма тут, а пистолет здесь. Понимаете, это... И в случае, если на тебя... Минуточку. Да. Еще вначале три раза сказать, потом выстрелить в воздух, потом повернуться, посмотреть, есть ли свидетели, а потом думать применять. Священной коровой, допустим, в той же Америке, где культура обращения с оружием как бы давным-давно существует, то, что если к тебе в дом, в квартиру, на частную территорию вламываются, то кто бы это ни был, хоть там группа девочек-подростков черлидеров, ты имеешь право их положить на месте. Да. А теперь я вам скажу еще про одни чудеса украинского законодательства. Про это почему-то все забывают. Все мы глубоко уважаем волонтеров. Все мы глубоко уважаем добровольцев.
Так. А теперь давайте подумаем. Согласно украинского законодательства, что, кто такой доброволец на фронте? Независимо от того, отстрелянный, есть ли зацеки его оружия или нет, это человек, поскольку он не является госслужащим, не является служащим вооруженных сил, который нелегально владеет и применяет огнестрельное оружие. Причем совершает это преступление не самостоятельно, а в составе группы лиц. До 10 лет всех. То есть, это согласно украинскому законодательству. И если не изменить законодательство, по таким преступлениям сроки давности достаточно долгие. Изменится власть, и через 5 лет по картотеке добровольческих батальонов... А какое законодательство нужно менять? А тут несколько законов. То есть тут, во-первых, естественно, закон о гражданском оружии. Угу. Во-вторых, необходимо ввести в правовое поле именно автоматическое оружие, кто, когда, при каких условиях имеет право им владеть. Парамилитарное формирование, какие-то другие. То есть каким образом, чтобы в том числе, извините, обезопасить будущее тех людей, которые сегодня на Востоке защищают государство Украины. Угу. Это маленькая ремарка. Ну, скажите, а вот культура обращения с оружием. Мы же понимаем, что, например, где-нибудь в Техасе дети растут там с детства, и там возят стрелковые тиры и так далее. А вообще, как долго она воспитывается в обществе? Давайте так, что генетически посмотрите, кто такой украинец. Ну, вот я сам белорус, то есть у нас была так называемая сбройная шляхта, про которую говорили, два шляхтяки, одна наговица. Которая не прошлась, то первый опранул. То есть, как такового крепостного права не было, человек мог пойти на войну, на посполит рушение, и вернуться шляхта, дворянином. Угу. У вас были казаки, ну, на Западе та же самая шляхта. Вы каждое утро поете гимн и покажем, что мы братья козацкого рода. Извините, а казаки с чем? С воздушными шариками по улице ходили? Скорее всего. Вот, то есть, и те, кто говорит, что сейчас общество у нас не готово. Вот так, до такого уровня ненавидеть и презирать свой народ и говорить, что, я прошу прощения, никого не хочу бить, но... Чему можно приравнять эту фразу? Что современные украинцы тупые, ленивые, безответственные. А вот казаки были хорошие. А есть какие-то риски, если мы смотрим? То есть на данный момент звучит так, что вот легализация оружия, ну расширение рамок легализации оружия, что оно несет только плюсы и несет минусы. Но если пофантазировать и попридираться, хоть какие-то минусы можно найти? Знаете, минусы, естественно, можно найти на переходном этапе, потому что снова-таки специфика страны, это будут пытаться выстраивать какие-то коррупционные схемы на рынке оружия. Понятно. Хотя, как на мой взгляд, куда уж дальше, поскольку пока нету закона, то на рынке оружия присутствуют те, у кого есть кум в каком-то властном кабинете. Вот. Второй минус – это вопросы вывода из тени того нелегального оружия. Черный рынок, естественно, никто победить не сможет окончательно. Вот. Но на определенном этапе милиция вынуждена будет, когда уже будет легальный закон, применять более жесткие меры к тем, кто владеет нелегальным оружием. То есть спасибо вам большое. Спасибо. Игорь Ташкевич, наш гость-блогер, который, не знаю, меня во всяком случае убедил. Не знаю, как сказать. Наконец-то! Не знаю, ви не купували медичні справки про адекватність і відсутність психічних розладів, я би теж була спокійна. Тому, в принципі. Так возьми, пусть покупають. Якщо вони неадекватні, пристрелим нафиг. Закон то змінився, можна стріляти в неадекватах. Друзі, прямо зараз продовження ефіру «Факти». Ми повернемося в цю студію зовсім скоро. Оставайтесь з нами. Спасибо фактам. У нас действительно есть очень интересная новость. Соцсети обсуждают и шумят, и все что угодно. Николай Басков, человек, который думает, что реально он является золотым голосом России, он теперь еще и в политику решил поиграть. Он разместил у себя в Инстаграме фото Петра Порошенко и Владимира Путина с символичной надписью «Знаки судьбы». Возле президента Украины, как вы видите, там что-то похожее на петлю, над головой лидера России немного колючий нимб. Самое интересное, после возмущения в социальных сетях Басков эту фотографию удалил. Дескать, ничего такого не было, вам показалось. Но скриншоты не обманешь. Как бы, и интернет все запомнил. Теперь вот обсуждают, что у Басков окончательно пропел мозги. Не ожидал я. Слушайте, братцы, у меня еще одна новость. На этот раз там никто не дурак в этой новости. Там в этой новости только веселая и хорошая. Интернет будоражит фотографии. Да, фото дня. Арсений Петрович, оказывается, ушел на фронт. Просто мы об этом не знали. Ну, или, во всяком случае, отправил туда своего двойника. Вот военнослужащий, которого Алексей Мочанов нашел в зоне АТО, он практически выглядит как украинский премьер-министр. Ну, посмотрите. Ну, схожий, дуже, очень похож. Правда. Ну, практически похож.
похож. Пользователи взорвались комментариями. Одни говорят, что вот началась атака клонов, другие говорят, что, ну, Арсений Петрович в свое время обещал, я еще куля в лоб, то куля в лоб. Ну, собственно, он отправился эту самую кулю в лоб и получать. Но ладно, так или иначе, честь и хвала тому бойцу, который защищает нашу страну. И просто вот такая вот замечательная зарисовка с просторов інтернету. Фото дня, є фото дня. У мене є справжній скандал з таким собі заголовком «З Пентагону з любов'ю». Лише послухайте, що відбулося, яка ситуація. Пентагон випадково відправив в Південну Корею сибірську виразку. І не лише в Корею, але ще й в 9 лабораторій по всій Америці. Там ситуація була така, що от, вони повинні були відправити такий собі, ну, звичайний, абсолютно не шкідливий примірник для таких навчальних потреб. Але цей вірус виявився живим, і через таку помилку американських військових до лікарів вже звернулося 22 людини. Небезпеки для їх життю і здоров'ю цей от вірус якби зараз немає, але все одно, ну, така от неприємність, як то кажуть. Відправила, а він живий. Ну, от так, так виявилось. Я не уверен, що якби там якась друга посилка від Пентагона визвала б менше внимання. Ну, діло таке. Друзі, у нас є цікавий сюжет. Вот, казалось бы, на чем не будут спекулировать, потому что святое, но в культуре у нас это заложено, что хлеб всему голова. Но, тем не менее, огромный спрос на хлебобулочные изделия делает свое дело, и украинцам вместо хлеба продают такое, что уже нельзя называть хлебом. Смотрите наш сюжет, узнаете правду. Батон, паляниця, багет – вони постійні гості на нашому столі. Адже без хлібу українці вже давно не можуть уявити свого життя. А це чудовий привід для його виробників трохи підзаробити. Взяти саме дешевое сырье, неважно какого качества, і произвести любого вида продукт. Дійсно, яка різниця, що покласти у хліб, якщо з домішками він навіть ще більш привабливий, ніж без них. А зекономити таким чином на виробництві можна чимало. Саме так вважають більшість тіньових підприємств. Практически все группы ешек, так называемых, присутствуют. Такая булочка не испортится за сутки, ее можно неделю продавать, а потом можно разогреть, она будет опять иметь хороший запах, и опять же ее можно продать. Хвала рукам, что пахнут хлебом, самая благородная профессия, и т.д., и т.п., ерунда и бред собачий, если смотреть на сегодняшнюю ситуацию на рынке. Усе благородство кудись дівається, як тільки мова заходить про гроші. Тож, купуючи чергову буханку хліба чи ароматну булочку, будьте певними, що, скоріш за все, це ніким не контрольована продукція. Можна предположити, що сьогодні приблизно 2/3 хлібного ринку України знаходиться либо повністю в тіні, це чорний ринок, либо це сірий ринок, який существує полулегально, але ніде не відчитується. Магазини та супермаркети, які закуповують у виробників хлібну продукцію, повинні були перевіряти її якість. Та, на жаль, для них це неабияка розкіш. В супермаркетах нет наличия лабораторий. Все это достаточно дорого. Многие частные предприятия уходят от этого. Лаборатория стоит денег? Конечно, стоит. А зачем на нее тратиться, если я в тени? І така економія на якості продукції рано чи пізно виходить боком для споживачів. 50-60% изделия состоят из чистой пшеничной клейковины. То, что нам цементирует наш кишечник, нарушает работу желудочно-кишечного тракта и ведет к серьезным последствиям и патологиям по здоровью. Аби не потрапити на гачок до аферистів та не труїти себе та свою сім'ю кожного дня, завжди читайте склад продукції. Якщо етикетки з такою інформацією немає, ні в якому разі не купуйте такий хліб, яким би смачним він вам не здавався. Якщо продукція не упакована, значить вся інформація, яка має бути на етикетці упакована або завернута продукцією, вона має бути на ціні. Она должна быть предоставлена, там информация о составе. В том числе обязательно должно быть указано полный состав продукта, в том числе и ешки. И если обнаруживается продукт, который не указан на этикетке, это уже уголовно наказуемо, это фальсификация продукта. Будьте уважними до продуктів, які споживаєте, адже натуральне харчування – запорука вашого здоров'я. Только натуральные новости, только самые свежеиспеченные скандалы, только свежеприготовленное включение.
Все это в программе «Утро в большом городе» прямо сейчас. Тем более, что совсем скоро весь мир будет отмечать Международный день защиты детей. Уже завтра в Киеве начнется ежегодный благотворительный детский фестиваль «Назву встречи Марии». И наша коллега Алина Шаманская с нами на связи. И прямо сейчас расскажет нам, в чем особенность и главная цель фестиваля. Алина, доброе утро. Доброго ранку. Вітаємо. Добрий ранок, студія, добрий ранок, наші найкращі ранкові глядачі. Зараз я знаходжусь біля Київського палацу дітей та юнацтва. Саме тут з 30 травня по 1 червня відбудеться 9-й міжнародний дитячий благодійний фестиваль «Назустріч мрії». А поряд зі мною знаходиться координатор фестивалю Марія Калашнікова. Добрий ранок, Марія. Доброго ранку. Я знаю, що фестиваль направлений на те, аби допомагати соціально незахищеним діткам. Хто входить до цієї категорії та яким чином конкурс буде допомагати? Доброго ранку. Ще раз, так, цього року ми займаємося дітками-переселенцями, також діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей та дитячих будинків. Вони приїжджають, ми їх адаптуємо до суспільства та допомагаємо їх, показуємо їм свою любов та ми раді, що вони з нами. Скажіть, а якась, можливо, фінансова допомога взагалі передбачена чи ні? У нас є дуже багато партнерів та спонсорів, які допомагають нам своїми подарунками. Це можуть бути також і фінансова якась допомога, а також подарунки, які там можуть також підготувати дітей до школи. Конкурсна програма фестивалю буде 3 дні. Що буде відбуватися у цей період? Перший день будуть репетиції, другий день буде вже конкурсна програма з журі. Діти виступатимуть на великій сцені, а вже 1 червня відбудеться великий гала-концерт, де діти будуть виступати з зірками українськими. Дякую вам дуже. А з нами, дівчатка, заходьте всі до кадру. Талановиті діти Open Kids гурт та Софія Шкідченко. Привіт, дівчатка. Я знаю, що ви будете приймати участь у фестивалі. Яка ваша головна місія тут? Ми хочемо зажити серця, зробити дітей немножко щасливі, подарити їм улыбки. Також, якщо всі люди підключаться, не будуть равнодушними, то наш мир стане добрий. 100%. А що ви будете представляти на конкурсі, на фестивалі? Що будете робити? Мы бы хотели поддержать детей, подарить им любовь и счастье, ведь это самые главные качества, которые можно воспитывать в детях. И мы бы хотели помочь им почувствовать, что они не одни, что они такие же, как мы, что, я думаю, каждый человек, он достоин счастья. Які ви молодці. Ну що ж, заспіваємо для України, запросимо їх таким чином на фестиваль. Давайте. 6, 7, 8. Діти всієї землі, єслі ваші сни, мир наш і змініть свої. Живі, щоб не врозь, небо, щоб без сльоз, мире, без війни. Дякую вам, дівчатка. Ви тільки подивіться, які талановиті в нас українські молоді дівчата. Саме це наше майбутнє. Тому приходьте усі на території Київського палацу дітей та юнацтва 30 травня по 1 червня буде відбуватися 9-й міжнародний благодійний фестиваль для соціально незахищених діток. Приходьте. Приходьте усі. Ой, какие клевые дети. Спасибо Алине, спасибо детям. Действительно, приходите, порадуйтесь за детство. Это самый тот момент, когда детям нужно дарить праздники. Давайте продолжим тему детей. Миллионы просмотров собрало видео с 2-летней очаровашкой. Если мама тренер по зомби, этот ребенок уже имеет потенциал для прекрасного будущего. В общем, смотрите, врубаем видео и видим вот такой вот малышочек. И 21 295 тысяч людей наблюдали, как 2-летний ребенок повторяет фитнес-движение. Хей-хей! Боремся с лишним весом, как бы думает ребенок, наверное. Така собі нове покоління фітоняшок. Да. Хорошик. Прелесть какая. Ну, я бы все, сворачивайте, а то люди так расплывутся в улыбке, что и на работу не уйдут. Мы к вам обязательно вернемся. Еще много важной и нужной информации. Сейчас реклама и факты, а потом снова утро в большом городе. Мы будем ждать встречи. Вахта ранку в великому місті продовжується, друзі. Дійсно, вот та тема, которую мы уже говорили, это протесты в так называемой Луганской Народной Республике.
Соцсети обсуждают и, собственно, всю ночь перемывают косточки новости о том, что жители оккупированных территорий не хотят местных выборов и выходят на митинги против руководства так называемой ЛНР. Протесты уже прошли в Стаханове, Антрацитии, в поселке Дьяково. Ну, это та самая история, когда, знаете, вот создание народных республик, это такая, как бы, вход рубль, а выход два. Надо было, наверное, все-таки думать раньше, прежде чем, собственно, звать бандитов и кричать Путину «Веди войска». Потому что люди думают, радоваться надо в любой ситуации. Это правда. Даже если они начали это делать поздно. Давайте простимулируем мысль. «Моя хата с краю» – фраза достаточно известная. Сейчас ее активно используют российские СМИ, чтобы сказать, что вот у украинцев такой менталитет хуторско-селянский, дескать, как бы все, что их интересует – хата, дальше ничего не видят. Мы решили разобраться с этим делом. Нет, это действительно традиционная украинская фраза, но у нее есть интересное продолжение, которое в корне меняет понимание всей ситуации. Смотрите, как к этому подошел наш коллега Андрей Булгаров в своей рубрике «Под сомнением». «Моя хата с краю» – основополагающий принцип украинского общества. Такое мнение бытует в российской среде. Что ж, не будем спорить и лишь поставим под сомнение смысл, который россияне вкладывают в это понятие. «Моя хата с краю» – это когда меня совершенно ничего не касается. И это абсолютно не мое дело. Такая трактовка считается общепринятой. Под этим принципом в России понимают человеческую трусость, желание остаться в стороне и полное равнодушие к происходящему. Российского актера убили морозы равнодушия прохожих. Равнодушие прохожих убило пожилого мужчину. В Барнауле скончался инвалид, высаженный на мороз из автобуса. Виновница ДТП не взглянула на своих жертв, а прохожие равнодушно обходили тела. Инвалид час умирал на глазах у прохожих. Равнодушие и преступная халатность привели к страшной смерти молодого человека. Пенсионер умер в автосалоне. Его убило хамство и равнодушие менеджеров магазина. Врачи выбросили умирающего пенсионера на улицу. Девочка-инвалид умерла от равнодушия взрослых. Проведенный социальный эксперимент показывает, что если вам станет плохо на улицах российских городов, то, скорее всего, вы умрете. Вам никто не придет на помощь. Но россияне уверены, что «Моя хата с краю» – основополагающий принцип именно украинского общества. Еще в 2007 году российская газета «Известия» опубликовала данные неких социологов, которые доказали, что основополагающим принципом для украинцев стала «Моя хата с краю». Только социологи забыли упомянуть, что в украинском варианте поговорка имеет продолжение. «Моя хата с краю, першим ворога зустрічаю». Наша хата не с краю, она на передовой. И это действительно сегодня основополагающий принцип. И пока россиянин спрашивает, почему я, закрывая глаза на окружающее его безобразие, украинец давно для себя решил, кто, если не я? Кто, если не я, принесет на Майдан бутерброды? Кто, если не я, встанет с деревянным щитом под пули снайперов? Кто, если не я, отнесет пол зарплаты волонтерам? Кто, если не я, пойдет добровольцем на фронт? Кто, если не я, под обстрелом повезет продукты и снаряжение батальонам? Кто, если не я, будет помогать беженцам? И мы уничтожили хуторянский миф об украинце, хата которого с краю. Ні, не с краю наша хата. Сегодня украинцы только привыкают жить, когда они все равно. И до идеального мира еще далеко, но это единственный путь к процветанию. И поэтому нас не понять россиянам, которые добровольно отказались от права решать и с равнодушием смотрят, как растаптывают тех, кому не все равно. Так чья же хата с краю? Ставьте общеизвестные факты под сомнение, даже если они кажутся бесспорными. Ведь это ваше право думать. Более того, это как раз-таки ваше право ставить под сомнение, делиться этими сомнениями с нами. Присылайте ваши вопросы, замечания, критику. Ну, если захотите Юлю похвалить, то присылайте эти похвали. Еще малоимоверно хочу додати Павлу, але ты не меньше можешь отсылать. На наш почтовый ящик на Укрнет, вот мой почтовый ящик мы сейчас вам покажем, собственно. Вот, вот милости просим. Все, чем хотите поделиться, будем рады получить. Друзья, сейчас прямо время подводить небольшие такие информационные итоги. То, что плохо и то, что хорошо. Хорошо, что случилось, пока вы спали? Из категории «плохо». Да, это обмен, новость о том, что обмен пленными тормозит никто иной, как Виктор Медведчук. Об этом заявил руководитель Центра по обмену пленными Владимир Рубан. Он уверен, что влияния Медведчука достаточно, чтобы давным-давно уже освободить из плена всех украинских солдат. Но по факту обмен пленными практически приостановлен.
Но это важная новость, потому что Владимир Рубан довольно-таки авторитетный человек в вопросе обмена пленными, и его слово имеет значение. Если он говорит, что Виктор Медведчук тормозит, значит, к этому мнению стоит прислушаться более чем. Ще одна погана новина, як на мене, і дуже-дуже важлива. Путін засекретив будь-яку інформацію про втрати російської армії. При тому, що це не лише у військовий час, так, а це ще і в мирний. Ну от це такий насправді дуже-дуже тривожний сигнал, оскільки, ну тепер ця інформація щодо втрати загиблих російських військових, ну це буде засекречено, про яких кількість, кстати, хто не буде нічого знати. Це плохо ще і тому, що це дозволить російським властям закрити любое російське средство масової інформації, яке буде писати о росіянах, які воюють або погибли на Донбасі, які будуть знаходити нові могили російських воєнослужащих і так далі, як, наприклад, делали такі знання, як «Нова газета» або журнал «The New Times». І це плохо, тому що ще от таким образом зажимається свобода слова. Ця плохая новость становится ще хуже, якщо обратить внимание на сообщение о том, что Кремль готовится к новой атаке на Украину. Сотни единиц тяжелой техники уже переброшены к нашим границам. За последние дни были замечены несколько эшелонов, груженных техникой без маркировки, в сопровождении солдат без шевронов. То есть, если что, их легко будет потерять и сказать, что это не наши. И да, это плохо. Безусловно, плохо, потому что даже если Кремль тем самым пытается давить на Киев, то он пытается давить на Киев с тем, чтобы заставить его согласиться на процесс реинтеграции Донбасса по сценарию Кремля. А в этом ничего хорошего, в этом сценарии ничего хорошего для нас нет. Единственное хорошее во всем этом деле новость, то, что Кремль вынужден работать, судя по происходящему, с идиотами. Вот, например, отличное подтверждение этому – хорошая новость из Британии. Там, наконец-то, осознали, какие обезьянки к ним ездят за полиграфическими услугами и отказались печатать почтовые марки ДНР с изображением так называемых героев. Причина простая – они реально поняли, что это имеет политический подтекст. Ну, лучше поздно, чем никогда. Хорошая новость. Первую партию уже было дело напечатано. А слушай, а вот еще одна хорошая новость. Это новость о том, что США обещают предоставить официальному Киеву $1 миллиард, но только после того, как Киев проведет все реформы, совершит деолигархизацию экономики, разберется с коррупцией, сделает нормальную государственную систему исполнительной власти. В общем, ми скажемо, що ніколи, але все ж таки, давайте не втрачати віри, надію в те, що це таки дійсно. Ну, а коли? Слушай, морковка перед лицом государственного украинского ослика. Это хорошо. Новость. Как минимум, есть стимул. Стимул в переводе с греческого палка. Ну, знаете, насправді дуже багато різних мільйонів гривень або чогось іншого ще можуть з вас викачати так звані різноманітні шахраї. Ви коли задумалися над тим, скільки ми особисту інформацію залишаємо на різних сайтах, на наших сторінках у соцмережах? Це ім'я, прізвище, це мобільні телефони, це адреси і таке інше. Насправді, усім цим можуть скористатися шахраї. І ось наш колега Олексій Кабзар, він вам зараз розкаже про три найбільш популярних види шахрайства в мережі. Тому увага на екран. Інформація – це гроші, а де гроші, там і шахраї. І перш ніж платити за таку інформацію, треба пересвідчити, що вас не обдурюють. Саме тому я розробив власний рейтинг з трьох шахрайських схем, якими найчастіше користуються шарлатани, тобто ті, які тільки імітують виконання замовлень. На третьому місці – оборудка, жертвою якої можуть стати абсолютно всі користувачі мережі, а особливо надто ревниві коханці. З оголошення нам пропонують дізнатися місце знаходження конкретної людини за мобільним пристроєм, тобто фактично пропонують стежити за переміщенням людини. За цю послугу аферисти бажають отримати кругленьку суму або ж просто просять надіслати смс-повідомлення на короткий номер. Вартість відправки такого повідомлення може бути дуже великою, а от вірогідність того, що у відповідь ви отримаєте інформацію, до того ж ту, яка відповідає дійсності, дуже маленька. Операторов действительно есть такая услуга, да, когда по местонахождению абонента к базовой станции можно действительно определить его ориентировочное местоположение. Це називається білінг. По розташуванню відносно трьох найближчих мобільних станцій працівники можуть визначити орієнтовне місце знаходження абонента. Проте у шахраїв цієї інформації бути просто не може, тому не ведіться на цікаву пропозицію, аби залишити зі своїми грошима. Також для тих самих ревнивців шахраї пропонують деталізацію дзвінків та розшифровки розмов й смс-повідомлень. Коштує це недешево. Та навіть якщо ну дуже кортить дізнатись, кому телефонує ваша друга половинка, або що пише у смс-повідомленнях діловий партнер, не поспішайте платити. Адже подібну інформацію мають виключно оператор мобільного зв'язку.
Это вот чистой воды мошенничество или обман, потому что никаких расшифровок, да, звонков по третьим лицам ни операторы не предоставляют. Так, чтобы эта персональная информация попала в чьи-то третьи руки, не имеющие отношения к абоненту, это исключено. Тому добряче подумайте перед тим, як спустити на вітер купу грошей за неіснуючі послуги. Якщо вони у вас зайві, віддайте краще нужденним. Я спадковий маг та астролог, можу скласти персональний гороскоп через інтернет, а також лікую алкоголізм по фотокартках. Таким чином аферисти шукають собі жертв, заманюючи подібними оголошеннями на спеціалізовані сайти. Та насправді виглядають вони зовсім не так. Шарлатани роблять розсилку подібних повідомлень на особисті електронні скриньки українців. Ви запитаєте, де вони їх узяли? Все дуже просто. Злодії купують спеціалізовані нелегальні бази даних, а до цих баз наші імейли потрапляють з усіляких порталів та форумів, де ми, реєструючись, залишаємо адресу наших скриньок майже у відкритому доступі. А далі шарлатани пропонують зробити персональний гороскоп швидко та, головне, безкоштовно. Для початку вам потрібно заповнити стандартну анкету. Ім'я та прізвище, дата народження. Отримавши цю інформацію, шарлатани надсилають вам наступне повідомлення з обов'язковими умовами отримання прогнозу. Для підтвердження особи вас просять надіслати коротке смс-повідомлення. Якщо виконати цю умову, з телефонного рахунку безслідно зникнуть гроші до декількох доларів. Саме стільки коштують псевдопослуги шахраїв. В кращому випадку жертва отримає гороскоп, до того ж майже миттєво. Це повинно насторожити, адже для створення особистого прогнозу потрібні складні розрахунки. В гіршому випадку жодних пророцтв від зірок ви не отримаєте. Будьте обережними під час користування інтернетом. Не залишайте особисту інформацію на ненадійних ресурсах, адже цим можуть скористатися аферисти. Перевіряйте усю інформацію з мережі, аби не стати жертвою злодіїв. Пам'ятайте, занадто вигідну умову можуть запропонувати тільки шахраї, а убезпечити себе можемо тільки ми самі. Друзі, 1 червня – День захисту дітей. І саме з цієї нагоди у Києві відбудеться благодійний концерт-аукціон, який називається «Я українець, я допомагаю дітям». На підтримку маленьких пацієнтів з лікарні «Охматдит». Організатори цього заходу – це соціально-музичний проект «Живий звук» та благодійний фонд «Таблеточки». Наші колеги, ведучі телеканалу ICTV, також приєдналися до цього заходу. Зокрема, Віталій Ковач там буде вести цей концерт, ну а Андрій Куликов представлятиме особливий лот. Крім того, у концертній програмі візьмуть участь Вихованці Київської рок-школи, гурти «Табула Раса», «Бахрама», «Аса», «Гапочка» і «Тінь сонця». До речі, серед лотів таких також дуже цікавих у нас є, подивіться, це гітара з автографом Святослава Вакарчука. От Антон зараз її тримає, ось, до речі, сам і автограф. І, а також унікальна картина, яка називається «Небесна сотня», її нам також надав автор Юрій Журавель. Ось, подивіться. Це також один з таких лотів, які будуть присалені на цьому благодійному аукціоні «Я українець, я допомагаю дітям». Картина називається «Небесна сотня». Ну, там еще будет много всяческих креативных вещей от украинских музыкантов, от украинских художников. И, собственно, организаторы концерта планируют собрать 300 тысяч гривен. Да, которые, напомним, пойдут все для маленьких пациентов Центра онкогематологии и трансплантации костного мозга больницы Ахмадзе. Тому щиро запрошуємо усіх, давайте все ж таки візьмемо участь у такому благодійному аукціоні. Напомним, 1 июня, это понедельник, в Киеве, благотворительный концерт. Аукцион. Друзья, ну и еще одна важная социальная инициатива. Я напомню, что наш телеканал вместе с фондом Елены Пинчук «Антиспид» проводит социальную инициативу «Я ЦЭС можу». Да. Поэтому, Антох, давай рассказывай детали. В общем, друзья, если вы не в материале, рассказываю. Мы вам предлагаем возможность за 30 дней изменить свои привычки, получить новые, полезные, которые сделают вашу жизнь лучше. Для того, чтобы вы сделали первый шаг, в городе действует спецагент, наша Ахава, которая стимулирует вас к этим изменениям. В общем, если вы тоже за безопасный секс и здоровье, смотрите сюжет. Чи хотіли б діти, щоб батьки спілкувалися з ними про секс? Звідки вони беруть інформацію? Та яку саме? Це «Ранок у великому місті» і проект «Я це зможу». Зараз все з'ясуємо. А ви би хотіли, щоб з вами родители говорили на тему безпечного сексу в своє время? Ну, попытки були.
И как? Спросили, все ли я знаю. Сказал да, и на этом все закончилось. Нет. Почему? Нет, неинтересно. Я не хочу маму втягивать в это дело. Откуда черпали информацию? Интернет. Да, интернет, скорее всего. Дети интернета, да. Мы на улицах узнавали все. И мне как бы родители, они говорили, но про безопасность секса я ничего. Все на улице, все в интернете узнается самим собой. Когда настанет время, когда я типа женюсь, я это все сам узнаю. Вот. Просто это христианская мораль, которая у меня есть, она мне диктует. Не стоит в это все вникать раньше времени. Придет свое время и все узнаешь. То есть подожди, у тебя первый секс будет после свадьбы? Да. 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 Ну, ты не шутишь сейчас? На полном серьезе. Реально серьезно? Да. Нифига себе, я первый раз таких людей встречаю. Честно, с улиц. Мы в подвалах жили, короче, в заброшенных стройках, короче, и т.д. и т.п. У нас презервативы были на вес золота. А как справлялись-то? А вот так и справлялись. Искали деньги, воровали, крали, короче, что-то делали. Но любовь была на всю жизнь. Говорити потрібно. Потрібно говорити насамперед. Батьки іноді кажуть, ми не знаємо, як не треба знати, бо не можна все знати. З нами батьки не говорили про секс, це правда. Тому треба починати. Там вже як вийде. Я десь читала, що треба це так бізнес-здательного тона. Чи моя Наташа, напевно, зараз буде це дивитися і скаже, да, бізнес-здательного тона. Дитині треба дати зрозуміти, що в неї є вибір. Ти можеш поступити так, і це може тобі загрожувати твоєму здоров'ю, не дай Боже, там твоєму майбутньому, твоєму житті, твоїй долі. І це може бути ось так, грамотно, добре і з задоволенням. Якщо батьки як прошарені, можна так сказати, то вони, звісно, скажуть. Зараз нове покоління, і я думаю, що всі батьки будуть в дальнейшому говорити на цю тему з дитином. Ні разу не пробувала об этом. Чому? Ну, наверное, совдеп, ребята. А как вы считаете, должны родители вообще на эту тему говорить? Должны, наверное. Да, наверное, должны. Угу. Не хочу, чтобы со мной родители разговаривали на эту тему. Приходите к нам в церковь, там целая куча таких. Куда дети черпают эту всю информацию? Это же важно. Инет, конечно. Раз. Сверстники, два. Инет не расскажет всего. Давайте смотрим. Инет расскажет еще больше, ребята, чем мы все думаем. Ну, моїй дочці 16 років. Треба просто сказати, Наталі, що якщо ти вже готова до цього, так, то не забувай, будь ласка, про засоби предохранення. Так? Ну, вони, звичайно, знають, але мама з татом мають про це сказати. Чим більше це буде звучати, чим більше це буде на вустах, ви знаєте, щось у неї в голові відкладеться. Ну, а нам, дорослим, вже що кому відклалося. Так що я звичайно, підтримую цю акцію. Друзі, насправді учасником нашої акції стати дуже-дуже просто. Для цього вам потрібно на вашій сторінці з будь-яких соцмереж, де ви взагалі зареєстровані, заявити про те, що ви забезпечений секс. Усе це бажано підтвердити відповідними фотографіями та відео, поставити хештег «Я це зможу» і на вас чекають подарунки. Серед них і річний запас презервативів, і футболки, і різноманітні там ще інші подарунки. Тому от, будь ласка, давайте разом виробляти хороші звички. Ну что ж, это действительно правда, это ваш шанс, а я вам даю шанс посмотреть на самое лучшее видео этого утра. Наша рубрика «Миллионы просмотров» и то, что заинтересовало людей по всему миру. Начнем с прекрасного, с котиков. Врубайте видео, будем наслаждаться. Итак, смотрим. Вот такие вот коробки и приключения котов в них просмотрели 6 миллионов 516 тысяч. Можно бесконечно долго смотреть на этих милых пушистиков, которые наслаждаются идеальной для себя, видимо, средой. Лапоньки, як зробити так, щоб кіт не заважав? Постав дві коробки і все. Кота да. Буде чутно до години дві точно. А можна так питатися в крестики-нолики котами грати? Запустили, смотришь. Класні. Это можно смотреть бесконечно, но выключайте, потому что хватит котиков, переходим дальше. Друзья, тоже миллионы просмотров видео, и оно того заслуживает, поверьте. Вот то, что многие хотели проверить сами, но боялись, все сделали за вас. Так что смотрите видео, человек в раскаленное масло добавил воды. 1 847 000 уже посмотрели, что же будет, подумает. Вроде бы вода, масло, будет небольшой такой локальный апокаліпсис, назовемо. Тільки не повторюйте це вдома, я вас благаю. Да. Просто дивіться і не повторюйте ніколи. Ну, а якщо вдома, то не у себе, а у каких-нибудь плохих друзей, которые вам должны денег. Вредные советы от Павла. Иски от страховых компаний пересылайте ему на почту, которую он вам ранее показывал. Слуха.
Слушай, Тош, если позволишь, я отберу у тебя эстафетную палочку эфира. Дело в том, что у меня есть важная информация, которой нужно поделиться. Друзья, подарок ко Дню Киева. Сегодня стартует велогонка. Масштабная и международная. В столице Украины. Race Gorizon Park 2015. Оно организуется не впервые, это уже 8-е мероприятие. И пройдет оно сегодня, завтра и послезавтра. То есть пятница, суббота, воскресенье. На время заезда будет перекрыта улица, по которым, собственно, пройдет маршрут гонки. Так вот, например, сегодня ориентировочно с 9 утра до половины третьего дня перекроют проспект Голосеевский, улицу Голосеевскую, проспект Науки, улицу Блакитна, улицу Героев Обороны. А вот какие улицы будут недоступны, соответственно, для автомобилистов на 30 и 31 мая, смотрите на нашем сайте ranok.ictv.ua. Ну, так или иначе, международная велогонка. Это в любом случае то мероприятие, на которое, наверное, стоит прийти, посмотреть. Ну, бачите, класно. Сьогодні у школах ось якраз останній дзвінок на вихідних День Києва. Бажано, щоб і погода була також хорошою. Наприклад, сьогодні, за даними синоптиків, з вікном нашої студії зараз плюс 12 градусів, а в день буде до плюс 14-15. Щоправда, весь день дощитиме, але я думаю, гарному настрою от і хорошим святам це взагалі ніяк не завадить. В конце концов, не ищите поводи для того, щоб грустити на вихідні. Вихідні – це час, яке потрібно проводити так, щоб в понеділок не було мучительно, больно. А вот мы будем присматриваться, как вы проведете эти выходные, как вы проведете свой понедельник, для того, чтобы во вторник все по деталям разложить, ну, уже начиная с 6.30. Якщо раптом щось прогавити, якісь новини, то вівторок в 6.30 вийдемо до вас ми і вам абсолютно все розкажемо. Не угрожай зрителю. Не хвилюйтеся. Я так призываю. Три дня, 72 часа мы будем держать за вас кулаки, будем держать пальцы крестиком. Берегитесь. На ногах. Побачимося до вівторка. Гарних вихідних.